Продолжение темы. От ненецких рыбаков в администрацию и надзорные органы поступили многочисленные обращения и вопросы, связанные с организацией рыбного лова. Представители управления АПК и Росрыболовства решили ответить на все интересующие вопросы на специальной пресс-конференции. Подробности в нашем следующем сюжете. Поводом для встречи стали многочисленные жалобы и вопросы рыбаков. От стратегических до самых конкретных. К примеру, не всем понятно, где и как формируются и распределяются рыбопромысловые участки, а также где публикуется информация о них. Как пояснили участники конференции, найти информацию о местах промыслов можно на сайте управления АПК и Росрыболовства. Что касается формирования перечня, это процесс открытый. Перечень, он это живой организм, и поэтому при наличии также заинтересованности, чтобы сформировать там рыбопромысловый участок, эта работа проводится. Интересуют рыболовные компании и вопросы сбыта. Продавать рыбу сейчас приходится по друзьям и друзьям друзей. Торговые ряды для индивидуальных предпринимателей не оборудованы. В ответ на эту реплику представители АПК предложили предпринимателям самоорганизоваться и проявить гражданскую активность. У нас уже порядка 104 человек. Это можно уже даже, если юристы не дают предприятия, они могут даже организовать уже свою какую-то точку для себя. Здесь просто само взаимодействие между и самими рыбаками, ну и с властями, тут как бы возможности есть. Еще один утилитарный вопрос – что делать с журналом рыбодобычи? Заполнять его в дождь или шторм иногда просто невозможно. В то же время рыболов обязан фиксировать на бумаге каждое свое действие, иначе рискует получить штраф. Однако здесь законодательство компромиссов не предусмотрело. По идее, надо его заполнять при любых условиях. В лодке, в шторм есть эта обязанность, он должен это делать. Если он не может заполнять, значит, прекращай лов, выходи на берег. Что касается коренных малочисленных народов Севера, они по-прежнему могут заниматься рыбалкой при помощи традиционных орудий лова. При этом перечень таких орудий не определен, а значит, ловить можно при помощи любых промышленных устройств и изделий. Также представитель Росрыболовства напомнил, что выделение квот для КМНС происходит в приоритетном порядке. Дмитрий Щепанов, Владислав Носкин, телеканал «Север».